Друзья, всем привет, с вами компания ListStartup, переходите по ссылкам, подписывайтесь. А сегодня мы хотели бы поговорить про такую боль продукта, как слишком много встреч, а хочется просто работать. Ну, кстати, актуальненько. Не только, мне кажется, для продукта, а вообще абсолютно для любой профессии. Я Алексею Соловьеву на интервью задавал этот вопрос. Он сказал, что есть такая проблема. Но на самом деле во всех компаниях, где вот мы работали, мы встречали практически такие кейсы, когда ребята прям стонут. То есть типа топы говорят, ну вы не можете типа не прийти на эту встречу, а как бы каждый топ создает встречу, говорит, что не можете на нее не прийти, а некоторые длит там по 2 часа, и как бы вот эта чистая работа, мы даже измеряли во многих компаниях время чистой работы тех же разработчиков. Оказывается, что оно, ну, они еще там где-то, наверное, в игры играют, и вот оно очень маленькое. То есть чистая работа в день может быть 1-2 часа. Я с одной HR разговаривал, она, ну, как бы казалась очень компетентной, ну, наверное, так и есть, и она сказала, что, ну, а что, если человек работает, многие так, кстати, говорят, типа, если он работает, выполняет свои задачи и работает, типа, 1 раз, там, в день по 1 часу, то, в принципе, нормально. Я такой думаю, блин. Но ведь это же планку задает, получается, кто? Типа, топ же не разработчик, он не может залезть в код и посмотреть, сколько там коммитов сделал сегодня этот чувак. А сдают все остальные, которые работают по часу, либо он в прошлом месяце, и он такой, о, на 15 минут больше, зарелизил на 15%, ну, да, больше в этом месяце. Короче, мы ушли от темы встреч. В общем, куча встреч — говно. Чем меньше встреч, тем лучше. И скрам-мастер должен помогать продукту уменьшать количество встреч, а не увеличивать. Вот. Соответственно, рекомендация простая. Но вообще в формате парного программирования, если у вас там несколько ребят сидят и вместе что-то делают, удаленка, кстати, говно, и вот они сидят вместе, что-то делают, то как бы протеста будет больше, если им назначат кучу встреч, и они вместо того, чтобы сидеть вместе за одним компом и делать что-то, при том, что они как бы на этом сфокусированы, они будут сидеть и вот на этих встречах пялиться в один монитор. Это говно. И они скажут, нам не нравится. Соответственно, делайте меньше встреч. И будут правы.